стационарный термопринтер для печати маркировочных наклеек. Сегодня в студии термопринтер для печати наклеек Brother P-Touch PTP-700. Устройство поставляется в фирменной коробке. Внутри сам термопринтер, кассета с лентой, адаптер с кабелем питания, USB-кабель и руководство по эксплуатации. Перед нами компактный принтер, занимающий 14 см в высоту и 15 см в ширину, благодаря чему он поместится даже на небольшом столе. К тому же его можно легко перенести одной рукой. Весит он всего 700 грамм. Данная модель способна печатать на лентах шириной до 24 мм. Важно отметить, что устройство поддерживает только TC-ленты от производителя. Давайте осмотрим устройство. Наверху располагается кнопка Editor Light с индикатором, кнопка подачи обрезки, а также кнопка питания и индикатор состояния. Например, если он горит оранжевым цветом, то устройство охлаждается и с ним нельзя работать. На передней панели располагается слот для вывода ленты, на левой грани есть крышка отсека для кассеты, а с обратной стороны устройства порт мини-USB для подключения к компьютеру и разъем для подключения кабеля питания. За крышкой внутри принтера находится рычаг для извлечения рулона, печатающая головка и блок обрезки ленты с лезвием. Для полноценной работы с устройством требуется программа P-Touch Editor Light, доступная на сайте производителя, а также подключение к компьютеру через USB. Термопринтер поддерживает операционные системы Windows от Vista и выше и macOS. Все необходимые драйвера также можно скачать с сайта производителя. Подводим итог. Термопринтер Brother P-Touch PTP-700 подойдет для дома или небольшого офиса. С его помощью можно производить маркировку любых объектов – полок, папок, архивных документов, дисков и USB-накопителей.